Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, господа! У нас сейчас урок номер 14, 4 глава трактата Брахот, Тфилата Шахар. Наш цикл называется «Учим Талмуд», видеоуроки «Талдот и Шурун». Сегодняшний наш урок, он 14-й в нашем цикле, идет в память Хаим Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Мы находимся на лист 28-й, на 28-м листе, первая страница. Дав Каф Хет Амуд Алиф. Мы с вами рассказываем и читаем о году из этого трактата, о том, как свергали, снимали с должности Рабана Гамлиэля после его конфликта, небольшого конфликта, но третьего уже по счету, с большим мудрецом той эпохи. Они были два величайших мудреца. Все происходило в Сангедрин явно, с Раби Яшуа. И Несиут, управление, эту должность, с которой сняли Рабана Гамлиэля временно, предложили Раби Элазару бен Азария, молодому, начинающему, но по мудрости совершенно равного этим двум мудрецам, мудрецу, Раби Элазар бен Азария. И мы уже прошли несколько уроков, это такая длинная агада, и сейчас мы пришли к вами к тому моменту, на прошлом уроке на этом моменте мы закончили, когда Рабан Гамлиэль пришел просить прощения у Раби Яшуа, и получил это прощение после того, как он попросил Рабан Гамлиэль сделать это, простить его, извинить его за то, что он доставил неприятные моменты ради его отца. И теперь они должны, вот на этом мы остановились, и теперь они должны сообщить, что они помирились, кому сообщить? Тем мудрецам, которые остались в Бейт-Мидраш, Бей-Мидраша, да, на арамейском языке, которые остались, ждали, там они учились, и Рабан Гамлиэль, придя к Раби Яшуа, получил свое прощение, и сейчас они собираются объявить об этом. Может быть, важный момент, а может быть, второстепенный, но такое ощущение, от всего, когда читаешь это несколько раз, учишь и читаешь комментарии, что само собой подразумевалось, что Раби Яшуа, дав прощение, извинив и сказав, что все, теперь мы снова вернулись к прежнему статусу, тем самым наделяет легитимной возможностью Рабана Гамлиэля вернуться к его состоянию наси. Хотя наш современный взгляд был бы такой: его свергли за что-то, и теперь нужно включить какой-то новый механизм его восстановления. Все это делается не автоматически. А вот здесь возникает такая вещь, по крайней мере, у меня, у моих учеников и моих учителей некоторых, возникло такое ощущение, что это само собой подразумевается. И то, что они сейчас помирились, это означает, что сейчас Раби Лазару бен Азария будет тяжело. В каком смысле тяжело? Сейчас его попросят вернуться на прежнее место. Хотя есть такое правило, что поднимают в Маалин бе Гдуша, вело Мордим бе Гдуша, поднимают в святости. Во всем, что касается святости, можно только прибавить, но не убавить. На что мне ученики в свое время, я помню, заметили, но ведь и Рабана Гамлиэля опустили в святости. Разговор идет не о святости личных личностей, в данном случае людей, а о святости общего состояния, общей ситуации. Что нельзя вот с такой же легкостью назначать и снимать, как это могли бы предположить мы, а снять человека в результате какого-то длинного процесса, это не было, не называлось опустить всю ситуацию в святости, близости Торы, к Торе, к Всевышнему. И это только называется исправлением этой ситуации. Так иначе обратите на это внимание, а сейчас начнем читать, и будем читать эту агаду. Амру сказали, так написано в Гемаре, все остальные комментарии мы берем из комментариев, которые написаны на полях, в отдельных книжках, это мудрецы, которые получили, изучая Гемару, получили все это от своих учителей, потом все это было записано, и очень много есть комментариев, объяснений всего этого, многие тома. Написано «Амру», написано «сказали». А теперь можно добавить, что сказали те мудрецы, которые находились при Рабане Гамлиэле и Раби Яшуа в то время, когда они примирились, и Тпайсу.
«Ман незель велейма легу лерабанан». «Ман» – это всегда «кто». И сейчас даже в современном Израиле употребляется это слово в официальной речи, в «ман». Например, на конвертах написано «лиман», к кому идет письмо. «Ман» – это арамейское слово «мем алеф нун софит». «Кто?» «Кто незель?» «Кто пойдет?» «Кто из нас пойдет?» «Незель» – это первое лицо во множественном числе. «Кто из нас пойдет?» «Велейма», чтобы сказать, написано «и сказать», «легу лирбанан» – «им», мудрецам. «Кто пойдет и скажет мудрецам, что помирились Рабан Гамлиэль и Раби Иешуа?» «Амар легу гагу ковес» – неожиданное слово. «Сказал им», «амар легу», «сказал им», когда они спросили, кто пойдет, «гагу ковес». «Ковес» – это «ковес» – это прачка. «Ковеса» – это то, что стирается. Или сам процесс стирки, стирка. Или то, что висит на и сушится на солнце, тоже «ковеса» называется. И результат, и сам процесс. В русском языке тоже такого много. И результат, и процесс. Но «ковес» – это в мужском роде. Значит, был некоторый человек, который занимался тем, что он прачник. Что он здесь делает, если есть все мудрецы? Это означает, что мудрецы, оказывается, многие работали. И вот в данном случае этот человек, возможно, так написано, что это возможно, что он был из тех, кто зарабатывал на труд таким-то образом. Завязывал прачечный, сам стирал, неважно. Некоторые, правда, говорят, и есть тому основание, что он там оказался вообще случайно. И, возможно, что он не был никакой не мудрец, потому что нет такого... В Талмуде нет такого, чтобы кого-то называли ковес на ровном месте, без имени. Вдруг он пойдет. Почему он пойдет, кстати? Мудрецы решают свое дело. Возможно, что он был один из тех, кто работает в доме Рабана Гамлиэля. Но все происходит в доме Раби Иешуа. А в доме Раби Иешуа не могло быть тех, кто работает в доме Раби Иешуа, потому что он был бедный человек. Мы все видели на прошлом уроке, что у него даже стены черные. Помните, Ика сказали, слушай, ты не уголь, не кузнецом, не угольщиком, угольник, угольщик ты, да, спросил Рабан Гамлиэль, говорит, ой, горе тому поколению, где ты руководишь, если ты не знаешь, чем все зарабатывают на жизнь мудрецы Израиля. Так что, может быть, Рабан Гамлиэль пришел со своим окружением. И если сейчас обратим внимание, если я не забуду, показать, что это именно так это и звучит. Так или иначе, гагу – это именно тот, вот некий, в данном случае, некий прачник, такое слово, но я сочинил его, я не знаю, так сказал. «Амар легу агу ковес». «Амар легу» – сказал им некий прачник. «Ана азилна». Обратите внимание, «азилна», кто изучает язык. «Эзель» вообще-то должно быть. Да, я пойду. «Ана азилна» – это уважительным «на». Не скажете ли вы мне, не прикажете ли мне. Будьте любезны дать ему такую возможность, азил на это, с просьбой. Так он сказал, я пойду. Шлах лыгу Раби Иешуа лебей мидраша, послал им шлах, шалах. Шалах лыгу Раби Иешуа, все находится в доме Иешуа, лебей мидраша. Лебей мидраша, это ударение как угодно можно сказать. В современном говорите на последнем слоге, на арамейском языке неизвестно. У нас говорили «мидраша». Послал им, мудрецам, которые находятся в доме учения, Раби Иешуа лебейт мидраша, в дом учения. Что он его послал сказать? То есть он послал, он не просто сказал «иди, этот ковес, иди и скажи, что мы примирились». Ему сейчас скажут, что сказать. И так сказал Раби Иешуа. Именно он ведь активная сторона. То есть не активная сторона, а от него все зависело. Он примиряется. Рабан Гамлиэль. Он сказал, а вот меня простили, простили, пускай он дойдет, скажет, что меня простили. Нет, Раби Иешуа должен пересказать. Раби Иешуа сказал, что он должен сказать. Смотрите, как говорит, как интересно говорили раньше наши мудрецы. Он так сказал. Ман де лавиш мада, елбаш мада. Ман снова кто? Тот, кто де лавиш. Лавиш – это... Митлабеш, тот, кто надевает на себя мада, тот, кто облачается в одеяние. Мада, мада – это такое непростое одеяние, сейчас мы скажем, что это за одеяние. В данном случае форма, да, некоторая.
некоторые, фрак, например, для раввина. Тот, кто, ну, только нужно так перевести, кто привык облачаться в одеяние, так все говорят, и Раши пишет, Рагиль, кто привык, тот что? Елбиш мада, тот и пусть, кто привык ходить в форме, в одеянии руководителя, здесь намек явно на Рабана Гамлиэля, так говорит Раби Ашо, тот пусть и облачается в это одеяние. Оман дело левиш мада, а тот, кто не привык облачаться в одеяние, это уже намек на Раби Лазара бен Азария, да? То, что здесь будет сказано, юмарлей лиман делбиш мада шлах мадах ванал бишей, то раз тот, кто не привык, что неужели он скажет тому, кто привык надевать это одеяние, скажет ему шлах мадах, шлах, на иврите это послать, сними с себя одеяние ванал бишей, и я его одену, я его надену. Понятная сама фраза, да? Разве он может сказать такому, другому человеку, он все время ходит в этом одеянии, начальник, сними, я в него облачусь. Почему сказано было намек про Рабана Гамлиэля, который вроде бы как ходит в этом одеянии? Написано в Берешит, 49 глава, в 49 главе, это уже в конец, там идут пророчества нашего праотца Якова, сыновьям, 12 коленам Израиля, 49 глава, там в 10 стихе сказано про Иуду. «Да не отойдет скипетр от Иуды, и царский жезл от его подножия, от его ног». То есть здесь сказано пророчество о том, что всегда, так, по крайней мере, трактуется, в частности, в трактате Санхедрин, на пятом листе, первой странице сказано, что это прямое указание на то, что в этом колене, в колене Иуды, навсегда останется именно руководство народом. Видите, не царь, как мы сейчас все считаем, что царь должен быть, да, из дома Давида. Нет, именно руководители. Может быть, даже не царь. Как, в частности, в доме Рабан Гамлиэль, во всей шеренге таких великих мудрецов, начиная... это шестое поколение, да, идет, да? Рабан Гамлиэль, Раби Шимон бен Гамлиэль перед ним, Илель Азакен был первый из них, Раби Иуда Анаси и дальше, они были именно руководителями, и о них это было сказано, пророчество о них, так написано в наших книгах, что должность Анаси должна быть из дома, из колена Иуды. И Раби Иошуа послал передать мудрецам, что надо вернуть на прежнее место Рабана Гамлиэля. Почему? Потому что он прямой потомок царя Давида из колена Иуды. И не надо ставить на это место Раби Элазара бен Азария. Он вообще-то из колена Леви. Вообще-то он был коэн. Ну, в данном случае про колен мы говорим, да? Так написал Марша. Вот интересно же, когда его выбирали, когда говорили, а кого поставим на место Рабана Гамлиэля? Поставим Раби Иошуа? Нельзя. Бааль Маасе, он участник конфликта. Поставим Раби Акиву? Нельзя. Почему? Потому что он сын геров, тех людей, которые перешли в еврейство, у него нету заслуги отцов по выполнению заповедей. И что он будет делать, если Рабан Гамлиэль на него разгневается? Оставим Раби Элазара бен Азария. Почему? Потому что он и мудрый, он и богатый, он еще, у него ихус, происхождение очень хорошее. И ни разу нигде не было сказано, как же так? Как-то дать ему это можно, это место, когда он... из семи коэнов, а не из колена Иуды. Никто об этом не говорил, значит, это было неважно. Но вот Раби Иошуа вспомнил об этом. И он участвовал там на этих выборах, один из них был, а тут вдруг он вспомнил. Я так полагаю, что у него возможность вспоминать оказалась вдруг очень развитой тогда, когда он хотел сделать добро Рабану Гамлиэлю. Пока он там не участвовал в том разговоре, как его свергать, кого брать на это место. И, возможно, он сам сказал, я не могу участвовать, я не могу взять этот пост, почему? Потому что я участник конфликта. А тут он вспомнил о том, что Раби Лазар бен Азария был
из коэнов. Никто не сказал, что Наси не должен быть коэном, но Раби Ашо вот так прочитал этот стих. А теперь что? И он так сказал: а тот, кто не привык к одеянию, царственному одеянию, тот что, скажет тому, кто привык, кто его носит, снимай, я его надену? И это мы видим отсюда, что Раби Ашо полагал, что как только они с Рабаном Гамлелем, это вот важный момент, примирились, исчезла причина, по которой Рабан Гамлель лишен руководства. И вот это то, о чем сказала жена Раби Лазара бен Азария, когда сказала: слушай, может, ты не возьмешь этот пост, потому что тебя завтра свергнут. Она прекрасно знала, что они помирятся. Он сказал: и на один день. Видите, разговор шел не на два дня, а на один день. Вот и на один день достаточно мне будет взять этот пост. Так или иначе, он послал, и не написано, что все. Сейчас этот, как он называется, человек, занимающийся прачечными делами, прачник, да, так мы его назвали, не написано, пошел, сказал, ничего не написано. Написано: «Амар легу Раби Акива лерабанан», «сказал им Раби Акива мудрецам». Это означает, что в это время мудрецы в доме учения сидели, и не сказано, пришел или не пришел, а он им говорит фразу, какую фразу? «Троку галы». «Троку галы» называется «закройте двери». «Закройте дверь». Сейчас скажут, почему. Так интересно. Сама Гемара, как рассказчик, перемещается в другое место и говорит, что в это время там происходит. Пришел туда этот прачник или не пришел? Многие комментаторы говорят, пришел он туда, и слова его не приняли. Пришел какой-то прачник, может быть, он вообще из частное лицо, а может быть, он из двора Рабана Гамлиэля. Откуда взяли из двора Рабана Гамлиэля, который очень, лицо подворье, приближенный к нему, который очень хочет, чтобы Рабана Гамлиэля восстановили, поэтому пришел, сказал, примирились. Почему? Потому что так он сказал: «Троку галый, закройте двери, дело лейту авды де Рабанан Гамлиэль в лицару ли Рабанан, дело лейте, чтобы не пришли авды де Рабанан, слуги, де Рабан Гамлиэль, слуги Рабана Гамлиэля, в лицаре или Рабанан, и не мучили мудрецов здесь». Мне, извините, это вообще-то разговор идет о том, что они могут прийти и побить их. Так они перепугались. Раби Акива, человек не слабый, человек из народа. Первые 40 лет вообще был в народе, правильно, да? Пока он не решил учиться. Так что он знал вообще нравы улицы того периода. И именно он сказал: я их всех знаю, закройте дверь, сейчас придут драться. Так можно прочесть. Есть такое мнение, что Раби Акива на самом деле выслушал этого КВС, этого прачника, как все остальные, и они решили выждать время, чтобы принять такое взвешенное решение, не торопиться. Не надо никуда торопиться, не подаваясь ни эмоциям, ни давлению со стороны слуг Рабана Гамлиэля. Поэтому сейчас сказано: закроем дверь, а то сейчас придут, скажут: сейчас, сейчас устанавливайте его мне, в этой должности. Они хотели немедленно, мияд. Есть другое объяснение, что Раби Акива велел запереть дверь еще до того, как ему передали слова о примирении. А вот еще есть одно такое трактование, что Раби Акива, не зная о примирении, принял того прачника за слугу Рабана Гамлиэля. Видите, три мнения. Слуга Рабана Гамлиэля, поэтому не принял. Второе, знает, что нормально все, но мы не должны торопиться. И третье, а мы и не знали, все, что было, потом он придет. Или запоздал. Прачники люди такие неподвижные, они не бегут. Амар Раби Ашо. Вдруг сказал Раби Ашо. Его же здесь нету. Это означает, видите, как, это как сценарий, Легавдиль, или как кино. Кадр перемещается теперь в дом Раби Ашо. Откуда мы знаем, что сейчас дом Раби Ашо? Может, он сказал рядом с дверью? Нет. Амар Раби Ашо. Мутав де эйкум в эзель ана легабайгу. Лучше мутав. Лучше как сделаем? «Де эйкум» – «я встану», «в эйзель» – «я пойду», «азилна» как там было, да, он сказал «я пойду», а «ана» – «я», «легабайу». «Легабайу» – это значит «к ним». Это значит, происходит все в доме. Там был такой эпизод, что там произошло. Раби Акива решил забаррикадировать дом учения. Поставили баррикаду, закрылись. И поставили. И он сказал, что «лучше я пойду туда». И ата тараф абава.
пришел и постучал, в дверь. А Бава, это ворота, дверь, вход. Пришел, постучал в дом, в этом доме учения. Амар Легу сказал им. Они его еще не впустили, то он стоит за дверью, за баррикадой. Они смотрят, наверное, на него. Пришел Раби Ашу, не открывают. А он им такую фразу говорит. Нужно набраться духа, потому что это такая непростая фраза. Как и с Мэйлем. Он уже однажды Мэйль сказал кому? Тем мудрецам, которые были у него в доме вместе с Рабаном Гамлиэлем. Сейчас он скажет другое иносказание, но уже мудрецам в Бейт-Мидраш, в доме учения. И эти оба высказывания вошли сюда, вошли в Талмуд, вошли в сокровищницу еврейской мысли. Да, это выражение. «Мазе бен мазе язе», так он сказал. А красиво звучит, да? «Мазе бен язе», «Мазе бен мазе язе». «Мазе» – это тот, кто окропляет, слово такое «кропить», водой. Это делалось так. Человек получил ритуальную нечистоту каким-то образом, от мертвого, именно от мертвого. Каким-то образом, их несколько способов есть получить ритуальную нечистоту, и он должен очиститься. Это не физическая нечистота, но он должен пройти некоторый механизм и некоторый срок для очищения, после чего он может делать то, что не мог сделать в этом состоянии нечистоты. В частности, в храм нельзя было входить. Если нет храма, ну, учиться, значит, он должен был как-то не вместе с ними, нельзя ему многие вещи трогать. Много что происходило с таким нечистым человеком. Хотя, запомним, храма сейчас здесь нету. Это как и наша ситуация. Поэтому он сказал эту фразу про время храма. Когда человек получил ритуальную нечистоту, тум-а называется, и он должен был очиститься, то очищался он следующим образом. Брали, так называется, мейхатат. Вода, очищающая грех. Вода греха, но лучше сказать, вода, очищающая грех. Он совершил некоторую вещь, за которую ему полагается теперь это очищение. В частности, он стал ритуально нечистым. И мейхатат брали для этого живую воду определенным образом, и живой она называлась, потому что в нее добавляли пепел красной коровы. Была такая красная корова, пара адума, без единого мума, без единого изъяна. Ее сжигали, и теперь она шла на очищение таких вот случаев. И хватало на несколько поколений этой коровы, на много поколений. Ее разбавляли, эту воду. Первая гомеопатия, наверное, потому что можно было разбавлять ее. Иначе быстро все бы кончилось, но народу много. Грешили, может, мало. Так или иначе добавляли и кропили на него. Как только он стал нечистым, на третий день ему нечистоты, и на седьмой день ему нечистоты, его нужно, его окропляли, после чего он принимал микву, и тогда становился чистым. Так написано в Бамидбар, посмотрите, 19 главе, прям начинается с первого стиха. И кропить мог не только коэн, а любой человек, но, как правило, эту работу позволяли коэну в храме. И поэтому так сказал, «Мазе бен мазе, язе». Мазе – тот, кто, ну, кого пускают на эту функцию окропления, сын такого же человека, это Коэн, сын Коэна, да? Язе, он и будет продолжать кропить. Пешейно ло мазе вело бен мазе, а тот, который ни сам не окропляет, и не сын того, кто окропляет, то что? Юмар ли мазе бен мазе? Что он скажет этому человеку? Помню, как-то было сказано, что он скажет тому, кто носит это одеяние, снимай, я его надену. А здесь он скажет тому человеку, лемазе бен мазе, меймех, не, мемеха, меймара, в эфреха, эфер, микле, микле. Твоя вода, которая называется мейхатат, да, которую ты разбавил, это обычная вода. Меймара, это называется вода для стирки. В эфреха, эфреха, эфрех. Эфер – это прах, который нужно было добавить от красной коровы, а твой прах – это вообще просто эфер микле. Что это означает? Пепел от палки. Палку сожгли или из танура взяли из печи и добавили сюда. И ты всем говоришь, что это не что иное, как пепел красной коровы. Так что мы тебе не доверяем. Что, неужели он так скажет ему? И какую фразу он сказал? Сын кропить, тот, кто окропляет, и сын того, кто окроплял, и будет окроплять.
Но разве, а тот, который и сам не ограбляет, и не сын такого, кто ограбляет, что может рассказать тому, кто окропляет, и сын окропителя, твоя вода не вода, и твой пепел никакой не пепел? На иврите это звучит очень быстро и очень хорошо. Мазе бен мазе язе, вышейно ло мазе в ло бен мазе, юмар ли мазе бен мазе, меймех мей маара, веефреха эфер микла, микле, этого быть не может. Тут очень важный момент, такой неважный, важный момент. Мазе бен мазе, Куэн сын Куэна. Сын Куэна только и мог быть любой Куэн, он всегда будет сыном Куэна. Не у каждого Куэна сын Куэн, для этого нужна определенная чистота для матери, но уж у каждого Куэна уж точно отец Куэн. Поэтому Куэном встать со стороны нельзя. Вот о чем сейчас сказал Раби Иошуа. И все это называется таким образом, Маарша так написал. Как мы с вами доверяем Куэну, что он окропляет или кропит, наверное, правильной водой, верной водой, где и вода живая, и пепел красной коровы, так и Рабану Гамлиэлю надо доверять во всем, что касается руководства. Вот, как сказал Маарша, объясняет этот текст. То есть, есть тонкий момент, не знаю, нужно рассказывать, по-моему, он важный. Обратите внимание. По первому сравнению, когда мы говорили про одеяние, это был одеяние руководителя, это был Рабан Гамлиэль, на него был намек. А здесь Рабан Гамлиэль приравнивается к Куэну, который привык делать кропление. Так объяснил Ритва. Да, но Куэном был как раз не Рабан Гамлиэль, а Раби Лазар бен Азари. Поэтому Маарша объяснил слова Раби Иошуа совсем по-другому. Он уподобляет кропящему именно Раби Лазара бен Азария. И мораль тут такова. Как ни Куэн не может исполнить работу Куэна, например, даже царь, я сейчас буду окроплять. Нет, ты этого не можешь сделать. Так и Куэну, Раби Лазару бен Азария, стоит вернуть руководство мудрецами тому, кто из рода царей, кому Рабану Гамлиэлю. Красивое объяснение. Тут написано, посмотрите еще раз. Сказал ему такую фразу. Амар ло Раби Акива. Сказал ему Раби Акива. Как только он сказал, автоматически получается, что нужно возвращать Рабана Гамлиэлю к должности Наси. Так он ему сказал, Раби Иошуа, из твоих слов мы видим, что Раби Иошуа не тпояста. Мы видим, что ты помирился, или он вопрос спросил, но он видит, что ты помирился с Рабаном Гамлиэлем и простил его. И начинает оправдываться тут же. Мы не собираемся никого свергать. Клум асину эла бишвиль кводеха. Мы разве то, что мы сделали, свергая с поста Рабана Гамлиэля, клюм, разве сделали это? Нет, клюм, мы ничего не сделали, а только для твоей чести. Или разве мы сделали это не в защиту твоей чести? Все, что мы сделали. Лемахар анивы ата нашким ле фитхо. Завтра я и ты, Раби Акива, он был одним из ведущих мудрецов, он мог говорить на «ты», это были друзья, Раби Иошуа, он сказал, тот был намного старше. Завтра, лемахар, они вы, это я и ты, нашким, встанем рано утром, лефитхо, и пойдем к дверям его дома, Рабана Гамлиэля, чтобы пригласить его руководителя. Амрей, и сказали мудрецы сказали, Вейхана Авид. И что мы сделаем теперь? Как нам поступать? Как нам нужно поступать? У нас еще есть ситуация, проблема с Раби Лазаром бен Азари. Правильно ведь? Вейхана Авид. Навид. А вот сделать, работать, да, сейчас авода. Как мы поступим? На Аврей переведем, свергнем. Попросим уйти Раби Лазара бен Азария с этого поста, чтобы отдать пост кому? Рабану Гамлиэлю. Ничего не получится. Гмири, потому что мы получили такую традицию, такой закон. Традиция, скорее всего. Такое у нас есть правило. Маалин бекоэдеш в эйн муридин. Добавляют в святости, но не уменьшают. То есть, избрав Раби Лазара бен Азария на пост Наси, нельзя его снять. По крайней мере, сразу же, без причин с его стороны. Что теперь нужно делать?
нужно его оставить, и этого взять, и этого оставить. Так можно. Хотя есть такие правила, не могут быть два царя. Правда, есть поправка такая, не могут быть два царя с одной короной. Значит, сейчас мы их разделим. Смотрите, как они разделят. Недрош мархада шапта, у мархада шапта. Пускай мы так сделаем. Пускай один недрош будет давать урок, преподавал, да, руководил домом учения. Недрош мар, это учитель, хада шапта, умар хада шапта. Один одну неделю, а второй одну неделю. Поровну, вместе. Это не годится. Почему? Потому что атой лекануэй. Лекануэй. Атой придут они, лекануэй, есть такое слово, да? К ревности, будут завидовать друг другу или ревновать друг друга. Какая может быть здесь ревность? Рабан Гамлиэль скажет, ну, такой молодой, а как и я, имеет столько же. А второй скажет, наверное, в нем вся проблема. Второй может такое сказать? Ну, вот, меня назначили, а теперь у меня одну неделю, половину времени у меня отбирают. Так или иначе, не будет у них мира между ними. Поэтому нельзя это сделать. Да, скорее всего, они боялись, что... ревность будет идти со стороны Рабана Гамлиэля. Откуда я знаю? Откуда мы знаем? Да потому что сейчас мы это увидим. Эла, но, вот как мы сделаем. Лидрош Рабан Гамлиэль Тлата Шабатый Вараби Лазар Бен Азария Хада Шапта. Лидрош пусть преподает, Лидрош преподавать, да? Рабан Гамлиэль Тлата Шафтый три недели Вараби Лазар Бен Азария Хада Шапта. А он пусть преподает сколько? Одну неделю. Вообще-то полноценным наси был, конечно, Рабан Гамлиэль. А Раби Лазар бен Азария получил только по причине того, что его свергли. Сейчас его хотят остановить. И причина, по которой он получил свою должность и продолжает быть, как сейчас было сказано, повышает святости, но не уменьшает. И поэтому вообще-то его уровень, ценз, его руководство было немножко пониже. Так они и сделали. Вэгайну дамармар – это то, о чем сказал один учитель. Дамармар – это, значит, ссылка на одну барайту в трактате Хагига. Третий лист, первая страница. Там так было сказано. Один человек сказал «Шаббат шельми гайта». «Шель раби Элазар бен Азария». А ему ответили, «Шель Раби Лазар бен Азария гайта». Это была суббота Раби Лазара бен Азари. Там, на самом деле, в этой Хагиге, в этом трактате, Раби Ашуа не мог пойти в дом учения. Наш Раби Ашуа. И он подошел, или у своего дома проходили мимо ученики оттуда, а именно Раби Йоханан бен Брока и Раби Лазар Хисма. Они проходили. Или же он был у дома учения, они выходили, и он их спросил, чья сейчас суббота была? В смысле, это не обязательно суббота была, это просто чья неделя идет, кто давал сейчас урок? Многие говорят, как раз субботний урок это был. И ему ответили, что Раби Лазар бен Азария. Отсюда мы видим в самой Гемаре доказательство того, что они действительно делились каким-то образом, какое-то количество недель было у одного учителя, у Рабана Гамлиэля, и какое-то количество недель было у второго. На самом деле они поделили 3:1. Кстати, там тоже интересный урок, вспомнил сейчас. Он спросил, а о чем он рассказывал Раби Лазар бен Азария? И они ему сказали, он сегодня в нашем уроке был несколько хидушим, и один из хидуш, новость, которую мы конечно слышали, закон, о том, что нужно брать маленьких детей, и когда ты приходишь сам учиться, то можно детей этих оставлять, потому что они не слышат, они не понимают, лежат в коляске, младенцы. Но входит в них Святой Дух Торы, и они рано или поздно будут святыми людьми и будут мудрецами. Вот такой был урок. А сначала они не хотели ему говорить, потому что ничего особенного не сказали. И он сказал, вы такую жемчужину знаете, а я ее пропустил. И вы не хотели, и вы мне сразу не сказали. Так сейчас я вам объясню, в чем дело. Раби Ашуа был, он родился после смерти отца. И он был сиротой по отцу. И его мама всегда приносила в корзине
стоял у входа Бет-Мидраш, прямо при входе, но внутри, и он там лежал, не плакал, не шумел. Так он стал мудрецом, говорит, теперь я понял, почему моя мать такие великие дела сделала, потому что, оказывается, закон есть такой. Моя мама тоже не знала. Так за дом вспомнили. В ото Талмид Раби Шимон бен Юхай Гава. А тот ученик, с которого начали, мы начинали как история с одним учеником, который пришел к Раби Ашову и спросил, Марев – это Рашут или Хова? Это обязательно или не обязательно это читать нужно? Рашут – не обязательно, Хова – обязательно. И Раби Ашова ему сказал, что? Раби Ашова сказал, Рашут. А теперь он пришел, потом пошел к Рабан Гумлелю, и тот сказал, все, и началось, да, со всего с этого. Между прочим, объяснить нужно такую простую вещь, две вещи. Раби Шимон бен Йохай, именно бен Йохай, он был один из самых сильных мудрецов того периода, но был еще молодой очень. Он еще не получил большое звание, следующее поколение. И он учился, он был учеником Раби Акивы, у всех остальных. Но он учился все время, не отрываясь от Торы. Поэтому для него вопрос, ршут это или хова, можно ли повременить или обязательно, был очень важный. Что такое ршут? Ршут – это значит, если пришла более серьезная заповедь Торы, то эту я убираю в сторону и выполняю заповедь Торы. А если это хова, то я должен постараться выполнить именно эту заповедь, все остальные убираю. Правда, есть такая вещь. Если он постоянно сидит и учится все время, то все остальное убирается. Асук бе-мицва, патурим мицва называется. Но ведь он же учится все время, там он вообще никогда не будет молиться. Поэтому он хотел узнать, насколько это обязательно нужно сделать. Не просто так пришел. Есть еще одно мнение. Обратите внимание, в самом начале было написано «Маасе баталмид и хат». История с одним учеником. И не сказано, что это Раби Шимон бен Йохай. А здесь в конце, а этот ученик был вот кем. Так-то его звали. И все знают, кто это такой. Это величайший из мудрецов, каббалистов, отец всей каббалы. Почему в конце было названо имя? Ну, не назвали в начале, так и, может быть, и в конце не надо. Нет, не надо назвать. Почему? Потому что это он был участник. А почему в начале не назвали? Есть такое правило. До тех пор, пока мы увидали, что здесь происходит, и мы видим здесь махлокет, спор, ссора, то тот, кто ее начал, понятно, что человек аверьян, преступник. Он устроил все это. И поэтому мы можем о нем плохо подумать. А так один ученик. А в конце истории, когда мы все увидали, что все стало хорошо, все стало мирным, то есть на небе дали им возможность примириться этим двум мудрецам, то что получилось? Что теперь у него нет ничего плохого, за ним не держится, ставится, и он теперь праздник полный. Поэтому имя здесь его и назвали. Одно маленькое, но прямо от себя расскажу, а потом перечислю вам 12 правил, это просто за 2-3 минуты, не больше рыбари. Здесь еще есть одно соображение. Соображение следующее. Ведь Раби Шимон бен Йохай пришел с доносом. Он не просто пришел спросить, задать вопросы. И некоторые говорят так, что он все это рассчитал с самого начала. Он был великим мудрецом, он был каббалистом, у него было очень много учеников. Чтобы было много учеников, нужно было позволить ученикам приходить учиться. И, наверное, он знал, что есть две позиции. Позиция Рабана Гамлиэля, запрещающая учиться всем, кого подозревают в лицемерии, в неискренности. И позиция Раби Лазара бен Азария, что нужно разрешить всем учиться, до тех пор, пока не станет доподлинно известно, что такой-то человек просто нехороший человек. Такого можно уже отказаться. Он все будет учиться не ради Торы, не для Торы. Поэтому надо бы сделать так, чтобы можно было бы убрать прислугу и внести эти скамейки, в том числе для нас с вами, чтобы мы с вами могли заниматься. И все это было тонко рассчитано, все это было использовано. И использовано уже знание о Рабане Гамлиэле, который дважды поступал с Раби Ашуа не самым хорошим образом. Он его не сажал, он стоял у него в классе, и все видели, старик стоит. И это терпение лопнуло у народа. И сейчас уж точно на третий раз его свергнут. И это будет, конечно же, Раби Лазар бен Азария. И поэтому у нас все починим. Так все это и произошло. Остается маленький вопрос. Все это рассчитано, в конце все замечательно кончилось, но ведь же все это получилось за счет чего? Страданий Раби Ашуа.
Хотя он стоял и мучился. Народ это и видел, стоит старик, и это урон его чести, урон его достоинству, а так поступать нельзя. Так вот, есть такое мнение, тоже одно из только не больше, чем мнение, что Раби Йошуа такие вещи внимания не обращал. Никогда. Его нельзя было обидеть. И когда он сказал, пришел Рабан Гамлиэль с ним помириться, и он сказал, помните, я тебя прошу помириться, просить меня, и тот смолчал, и только когда он сказал, ради моего отца, тогда он его, что с ним примирился, почему он сразу смолчал, потому что хочешь или не хочешь, но твоя честь, мудреца Торы, это честь Торы, а она не может быть с легкостью пренебрегать, ей нельзя пренебрегать, хоть или не хотите, хотите или не хотите, придется ее отстаивать. Из книги «Намыкай Йосеф» я еще взял несколько положений, там было 13-16 выводов из нашей истории. Я их возьму, просто перечислю. У нас ведь есть сейчас 3-4 минуты, да? Те, что нам нужны, я вычислил ровно 12. То есть 4 я оставил за списком. Там было написано следующие вещи, что мы выучили, еврейский народ выучил из этой истории. На тему отношений учителя и учеников, руководителя и и народа. Первое. Можно отказаться от своих слов ради мира. Такой закон. Нигде об этом не написано, написано в этой истории. Откуда? Раби Йошуа сказал, что нас никто не считает по-другому. Когда Рабан Гамлиэль сказал, что кто-нибудь друг по-другому считает. Я говорю, что это хова. Обязан каждый человек читать как шахрит, как минха, так же и аравит. Каждый должен читать в таком же обязательном порядке. Кто со мной не согласен? И Раби Йошуа сказал, все согласны. А ведь он только что, может быть, вчера, да, сказал этому ученику, Раби Шимону бен Йохаю, что это не хова, а что это решут. Можно убрать это в сторону. Так вот, ради мира от своих слов можно отказаться. И некоторые говорят, вообще-то он не отказался от своих слов, но не отказался от своей позиции. Откуда мы знаем? Да потому что закон по Раби Йошуа. Наш закон, что это ршут. Но принято в еврейском народе обязательно молиться. А в чем заключается этот ршут? В том, что мы, аравит, когда мы молимся, не повторяет хазан, не повторяет молитву второй раз. Это первое мнение, то есть первый пункт. Нельзя не выполнить указания рава, даже если ученик считает, что от этого пострадает его честь. От этого указания. Что сделал Раби Йошуа? Это мы проходили. Он взял посох, он взял сумму с деньгами и пришел к Рабану Гамлиэлю в день, когда по его почетам был Йом-Кипур. Рабан Гамлиэль объявил для всего еврейского народа другой день, разница была в один день, и Раби Йошуа с ним не согласился, так Рабан Гамлиэль сказал, не соглашайся, вот в твой день ты его нарушишь. Почему? Потому что это шаббат-шабатон, потому что это суббота-суббот. Ты его принесешь, вот это мукцы называется, да? Придешь ко мне, помиришься. И он пришел. Почему? Потому что нужно выслушать постановление своего раввина, выполнить. Третье. Можно снять учителя с высокой должности. Но только если среди учеников есть не один, не два, а несколько учеников, равных этому учителю по мудрости, равных не меньше. И Рабан Гамлиэль был не один такой мудрый. Здесь был Раби Лазар бен Азария, Раби Йошуа, вы помните, мы приняли постановление по его мнению, таков закон о том, что аммонитянин может жениться на еврейке, причем потому что в ту эпоху, потому что хоть он и говорит, что он аммонитянин, народа это же давно уже и нету, и было принято мнение по нему, и Рабан Гамлиэль согласился, это означает, что только так в таком случае можно свергать этого учителя с должности. Четвертое. Если учитель совершил ошибку, его не свергают за эту ошибку. Кстати, можно, лисболь называется, помучиться, переживайте, но, по крайней мере, 3 раза. Меньше 3 раз нельзя. Вот такой интересный Мука Йосеф написал результат. Еще. Всегда выбирают тот путь, на котором другому человеку будет доставлено меньше мучений и неприятностей, чем если мы пойдем по любому другому пути. Раби Йошуа не был избран только по той причине, чтобы не расстраивать Рабана Гамлиэля еще в большей степени.
Он так расстроится, как кого-то поставить на его место. И Раби Ашу, с которым он спорил, еще больше будет. Поэтому сказали, Бааль Маасе, участник конфликта, в этом не участвует. И этот закон остался. Это правило, это не закон. Стараемся так придерживаться его. Тот, кто участвовал в конфликте, уже скорее всего, это место не получит, если он выиграет это противоборство. Шестое. Мудрость предпочтительней происхождения. Человек с замечательными данными по отцу, по матери, и все равно Раби Акива стоял в списке кандидатов раньше Раби Лазара бен Азария, а он был сыном Геров. А этот десятое поколение от Эзры. Во всем, что касается чести и достоинства, надо советоваться с людьми, нельзя решать по-своему. Во всем, что касается чести и достоинства Торы, нашей ешивы, нашего коллектива, всего еврейского народа, нужно посоветоваться. Раби Лазар бен Азария пошел советоваться со своей женой. Никак человек на каких вещах не стоит один. Еще правило, вам понравится. С женой надо всегда говорить в самом уважительном тоне. Не сказать, ты не права. Помните, как он сказал, как они разговаривали? Слушай, если тебя свергнут, я не боюсь, что меня свергнут, потому что нам стоит это сделать, а у тебя нет седины. И он согласился с этим, потому что и произошло чудо. Если бы он сказал, неважно, то и чуда бы не было, борода бы его не стала белой. Десятое. Нет причины, из-за которой можно уклониться от того, чтобы идти и учиться в дом учения. Ой, они меня обидели. Уж больше обиды, чем Рабану Гамлиэлю, с его характером никто никогда не причинял нас. И он все-таки пошел, помните, да? Не отклонялся от учения ни на один час, ни на один час учебы. И еще надо уметь извиниться перед людьми, если у вас конфликтная ситуация. Даже перед учеником надо уметь признать свои ошибки. Как это кто сделал? Рабан Гамлиэль, величайший из мудрецов. И последний. Мудрец Торы должен стоять на охране своей чести, потому что это честь Торы. Раби Ашуа не сразу простил Рабана Гамлиэля. На этом мы с вами заканчиваем эту величайшую агаду. И, поверьте, еще не все рассказано было. Многие тома на эту тему написаны. Но мы достаточно хорошо познакомились. Чтобы все было у нас хорошо, учитесь дальше. Продолжайте наши уроки. Всего хорошего. Шалом, шалом.